Короче, такое дело, я не умею готовить, вы это знаете. То есть в первом браке это было прям проблемой. То есть я не умела готовить, хотя я умела стирать белье, шить, вышивать, воспитывать и рожать детей. Я все это умела и любила, а готовить не умела и не любила. И это было проблема. А приготовление пищи – это не моя суперсила. То есть это как если бы Халка заставляли пускать паутину из руки, чтобы доказать, что он супергерой. А он бы стоял весь такой зеленый, такой... И все, и чувствовал себя виноватым, потому что он не умеет пускать паутину из руки, блин. Поэтому, мужчины, не ругайте свою женщину, если она не огонь на кухне. Может быть, она огонь в других каких-нибудь комнатах. В спальне, например, огонь. О, спасибо, спасибо. Вот мужчина огонь. Принес еду, сам приготовил, сам упаковал. В честь Черной пятницы скидон сделал. Всем, кто решит вдруг попробовать Grow Food, подробности под видео.